За несовместимое с поведением добропорядочного гражданина проявление агрессии выношу вам первое официальное замечание. С этого дня в течение месяца вы находитесь под наблюдением службы помощи. Вы обязаны посещать занятия с индивидуальным психологом, специалистом по управлению гневом. Все, что от вас требуется, это следовать определенным правилам. Вы же не хотите, чтобы общество поставило на вас крест? Вас что-то гложет, смущает, что-то не устраивает в семье, на работе. Психологическая зависимость внутри семьи иногда приводит к страшным последствиям. Вы можете сказать о себе, что вы счастливы? Если вы хотите мне помочь, оставьте меня в покое.